На охоту. Пожелайте нам удачи. Юлия Пломарчук, Александр Кочубей, Нижняя Волга. База Астория. Чуть-чуть ниже Астрахани. Чистой воды вам и крупной рыбы. Ну, того же и нам пожелайте. На охоту! Счастливого пути. Спасибо, Дима. Давай, пока, мы на охоту. Так, ну что, Юль, давай, пошли. Так, держи ружье. Фонарь я уже включил. Ага. Все, давай, сейчас я пойду. Ага. Жди меня. Все, пошел снег, а мы пошли в воду. Пока. Заряжаю ружье. Сейчас начнем обходить вокруг нее, смотреть рыбу под ней. А потом полезем по трюму. Рука, вот под этот угол залезай и уходи туда вниз, вниз под этот угол. Ага. Стоит сазан или сомчик, не торопись, стреляй точно так же наверх с ружьем выходи. Давай, приготовились. Ложись, дыши и пошла. Наискось по касательной, когда толстый хвост увидишь. Хорошо, понимаешь? Да. Главное, не торопись. Не делай выстрел, только мутишь и гарпун тупишь. Подожди лучше, всплыви, подыши и еще пойдем. Хорошо. Торопиться некуда. Надо как бы все делать правильно и капитально.
что? Юлька, я тебя поздравляю. Ну-ка, чуть-чуть приподними-ка нам свой трофей. Отлично. Давай, Юлька, поднимай. Вместе с Серегой бери за кольцо. Так, вот наш героиня. Юлия Пономарчук. Да, она, конечно, молодец. Тоже еще. Молодчина. А вот такой маленький сазанчик. Все лишь на 16 килограмм. Это мило. Разверните его животом. Беленьким. А еще крутаните. О, какие у него. Есть, да. Да, чешуя. Да я поздравляю тебя. Вот такая рыбка. В общем, собаку застрелили. По хвосту в жесткую часть. Он не выходит. Борется. Но я сейчас несколько раз туда обратно. Вот. Будем вытаскивать, будем бороться. Ну вот такой красавчик. Вот мы его вытащили все-таки. Пойдем на лодку. Вот такая вот рыбка. Ну хорошо, ладно. Так, давай, Юлька, одевайся. Твоя очередь. Поехали. Так, давайте выпьем за мужчин, потому что без них наша жизнь не будет такой прекрасной, и бизнес тоже не пойдет. В любом случае, мужчина вдохновляет все время женщину на всякие, подвиги. Поэтому я хочу поднять тост за мужчин. Пусть у них все в жизни будет. И для нас они стараются от всей души.